У современных людей, как и у аборигенов, 100 986 генов. И мы знаем, за что отвечает каждый ген. Какой-то помогает, а какой-то просто плен. Открытие в 2017-м было наподобие фантома при расшифровке последней секвенции генома. Были обнаружены 4 новых гена. Переворот генетики, перемена. Человеческие не похожи, они уникальны, это настораживает и тревожит. Вероятно, эти 4 гена были имплантированы в нашу расу, с какой-то целью зарегистрированы. Очевидно, какой-то нечеловеческий вид вставил в нас свой генетический отпечаток, и он сидит. Для чего это нужно, остается загадкой. Возможно, за нами следят и не украдкой. Для чего это нужно, остается загадкой. Для чего 4 гена? Для чего 4 гена? Возможно, за нами следят и не украдкой. Очевидно, какой-то нечеловеческий вид вставил в нас свой, и он сидит. Для чего 4 гена? Для чего 4 гена? Для чего это нужно, остается загадкой. Oh, yeah.